Так, ребят, маленькое, коротенькое ночное включение, очень быстро. Просто нужен ваш совет. Я просто первый раз с этим столкнулся и не знаю, что делать. Мне кажется, там вообще уже ничего нет. Ну, давайте разбираться вместе. Смотрите. Вот в этой банке, где-то там, должна быть какая-то уксусная угрица или что-то из этой серии. Понимаете, какие-то маленькие червячки. Я не знаю ни пропорции, ничего. Вот у меня есть тут 13 раз просроченный какой-то яблочный уксус. Есть вот яблочки, я специально нарезал, видите, чуть-чуть нарезал. Мне сказали, можно... Но я не вижу тут ничего. Ну и вы точно не увидите. Мне кажется, может они... Или это что это такое на дне? По-моему, есть какие-то маленькие червячки. Ребят, возможно, может там кто-то есть. В общем, ладно, я не знаю ни пропорций, ничего. Может они дохнут с голоду, может надо воду им подменить. Я вообще не знаю, что делать. Ну, давайте закинем немного яблока. Ну, лишь что. Уксус, я боюсь им заливать, но и так там воняет уксусом. Давайте вот я немного с яблока отрезал. Сколько им закинуть? Давайте вот эту маленькую я съем. А вот это закину им. Ну, ребят, я хочу, чтобы YouTube был быстрее. Если увидите, если знаете, что оно такое, вот это уксусная угрица. Вообще, что это такое? Как с ней быть? Напишите, пожалуйста, потому что я даже с Аллафорсом не могу совладать. А с этой штукой вообще впервые ее вижу. Вот. Ну, чтобы не испортить уксусом, я положил яблоко. Все, ребятки, больше не смею вас задерживать, бо уже темно. Пока!